За 70 лет эти бетонные плиты изрядно обветшали. Каждый день по ним проезжали сотни автомобилей. В скором времени плиты заменят на новые, как и значительную часть всего вокзального путепровода. Построили его в 1948 году. Последний раз ремонтировали в 60-х. Это очень важный объект для города. И, как вы уже сказали, 80 лет с ними никто не подхамил. Если небольшой косметический, то где? Уже как бы так износ колоссальный. Но я очень рад, что вы взяли этот контракт. И я знаю, что вы также справитесь, как в свое время на Хеличинском мосту. Начало ремонта в апреле вызвало колоссальные пробки. Путепровод связывает целый микрорайон с основной частью города. В результате Астрахань встала в 9-бальные пробки. Спустя полтора месяца движение немного наладилось. По словам подрядчиков, в среднем автомобиль пересекает мост за 7-10 минут. Впрочем, водители на ситуацию смотрят не столь оптимистично. Особенно сильно ремонт повлиял на работу маршрутных такси. Час почти теряем мы на этот затор. Но вот сейчас полегче ситуация стала? Не знаю, если авария случится, ничего не легче. Терять время в пробках водителям придется до октября. Именно до этого времени ремонт должны закончить. Однако, по словам подрядчика, работы идут с опережением графика. Строители сняли старое покрытие, часть трамвайных рельсов и бетонные плиты. Сейчас заново соединяют пролет моста с откосами. Для этого укладывают железную арматуру. После конструкцию зальют бетоном. Параллельно ведут работы в арке путепровода. Если вы посмотрите внизу, то там интенсивным ходом идут работы по лечению железобетона конструкций, опор, балок пролетных строений и так далее. Работы эти выполняются в строгом соответствии с регламентными действиями РЖД в окна, представляемые этой организацией. Под мостом проходит контактная сеть, поэтому во время прохождения составов работать опасно. Все это осложняет процесс. Однако подрядчик обещает, работы на первой половине моста завершат через 2-3 месяца. Надо просто набраться терпения. Подрядчик идет с опережением графика. Не ставим мы задачу сделать любой ценой быстро. Мы хотим, чтобы это было быстро и качественно, надолго. В середине лета строители приступят ко второй части путепровода. Движение будет организовано также по одной полосе в каждую сторону. Водителям остается надеяться, что с наступлением сезона отпусков астраханские дороги станут немного свободнее. Наталья Фомина, Андрей Разумный, Центр новостей.